Всем привет! Сегодня на примере третьего Мегана покажу, как в пределах 5 евро поставить в машину устройство, которое будет воспроизводить музыку через флешки. Данная модель не предусматривает USB. Значит, у нас что имеется? AUX и прикуриватель. Заказываем по ссылочке в описании такую штуку. Они есть как на 5 вольт, так и на 12 вольт. Отличие, вернее, вот это вот на 5, здесь нет стабилизатора, а это на 12 вольт. Здесь есть стабилизатор напряжения. Что нам понадобится? Нам понадобится два таких тюльпанчика и запитать. Либо мы питаем в прикуриватель через обычную штуку 12 вольт, либо мы питаем через USB адаптер, который на 5 вольт. Сзади у нас есть несколько контактов. Здесь у нас питание. С этой стороны мы видим 5 вольт и ground. Здесь крайняя — это антенна, так как эти штуки бывают ловят радио. Также у них есть Bluetooth и у них есть такой вот маленький пульт для управления. То есть очень шикарная штука. Единственное, что она китайская. Но если сделать все аккуратно через предохранители, то, я думаю, ничего страшного не случится. Тоже AUX есть, microSD-карта, флешка и такие вот менюшки. Так, возвращаемся к проводам. Значит, у нас тут дальше остается еще три проводочка. Это правый и левый сигнал аудио. А посередине это земля. То есть мы берем средний провод. Это, допустим, правый. Другой средний левый. И вот эта вот земля объединяем на граунд здесь. Вот сейчас, секундочку. Вот он, граунд. Не путать с граундом земли. Может, они объединены, такое бывает, но это в данном случае отдельные пины. Все эти провода, они идут в комплекте, то есть паять там на плате не обязательно. Итак, вот что у нас получилось. Плюс-минус. Подключаем, вот у меня от IBM, от мышки, провод обычный USB. Здесь у нас 5 вольт дает. И подключаем. Если эта штучка на 12 вольт, то, естественно, сразу прикуриватель 12 вольт без всяких адаптеров. Дальше. Звук. Как я и говорил, два тюльпанчика. Серединку из них объединяем и даем тоже сюда на серединку. Остальные, правый и левый, это вот эти вот кончики. Итак, давайте подключим, посмотрим, что получилось. Один и второй, чтобы было стерео. Дальше нам остается только включить в прикуриватель. Итак, включается. У нас тут индикация. Чистый звук. Чтобы меня YouTube не заблокировал, я поставил на паузу. Так-то он играет, но управляется все. Вот так вот нехитро, нехитрым способом можно. Нагрузки тут практически никакой нет, потому что усилитель стоит в магнитоле. Здесь поставить главное так, чтобы ничего не закоротило. Если у автомобиля другой AUX, такой вот 3,5 джек, не проблема, тоже подпаиваем и ставим. Вот так вот все это выглядит. Тоже все играет. Перемотка работает. Куча проводов, но этого бояться не надо. Надо просто красиво все это дело оформить. Тоже звук довольно-таки чистый. Видел, что некоторые вырезают прям вот эту панель и туда впаивают ее, туда этим глую газ. Ну и как я говорил, пультом это дело все управляется. Вот можно на паузу ставить. Громкость.
песни менять и выключать тоже можно. Off. Все, выключили. Очень удобненько для машины. Вполне недорого. Надеюсь, данное видео было кому-то полезно. Подписываемся на канал, ставим лайки, задаем вопросы. Если что, постараюсь ответить. Всем удачи. Пока-пока.